Вот, да, многие спрашивают первые. Но первые такие ромашки очень часто бывают, да, вот он крупный, смотрите, да, смотрите, какая кисть. Но вот видите, да, хороший. Но он, как он виснет, вот это почему-то ромашка конкретно у нас, я могу сказать, да, то есть для данного сорта это, блин, не очень типично. Вот там веревка была, шпагат. Что дать вот поэтому? Просто первое, когда идет, вот, как я вам говорил, в этом году было нереально пасмурно, да, и когда вы обрабатываете, опыляете искусственно пасмурную погоду, вот ждать, что такая ромашка будет, это 50%, она железно будет. Следующие плоды мы видим, уже нормальные круглые идут, без проблем это все. Но если у вас вы, как в этом году, очень рано посадили и опыляли, то вот такая ромашка, это будет 50%. Но в принципе, у нас его наоборот, некоторые клиенты спрашивают, говорят, что есть рынки, где любят вот такую ромашку. Ну, на вкус он на самом деле ничем не отличается, что такое, что ну, товарный вид, вот такая ромашка получается. Это, опять же, большинство только тогда, когда сильно холодно, и вы производите опыление. То есть это была погода, соответственно, холодно, пасмурно. В первую очередь, даже как пасмурно, да, то есть очень длинные пасмурные дни, то есть неблагоприятные для опыления, вы его произвели. Но, соответственно, там, если вас разрежешь, там будут семенные камеры практически как порнографические, без семян. Так что по вопросу, почему такая ромашка часто образуется, ну, вот я вам рассказал. На этом спасибо. До свидания.